Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. 6 октября, чудесная пятница. Нарисуйте руну везения на руке, и в вашу жизнь придет удача. В сегодняшнем видео вы все узнаете. День дарит мудрость, позволяет расширить кругозор, завести полезные знакомства. Управляемый 22-ми лунными сутками. Он идеален для самосовершенствования и изучения окружающего мира. В эту пору значительно усиливаются умственные способности. Вам становится проще запоминать новую информацию. Однако удача будет ждать только тех, кто готов ее принять. Поэтому не сидите сложа руки и не сопротивляйтесь новизне. Будьте внимательны и сохраняйте чистоту помыслов. Тогда все события сложатся в вашу пользу. Сегодня вы можете ощутить желание проводить больше времени в кругу друзей или родственников. Признаться в любви близкому человеку, а для обретения уверенности будет достаточно теплого слова или комплимента. Именно так влияет на эти сутки Луна, находящаяся в знаке Рака. Ярко выраженная женская энергетика дня усилит вашу эмпатию, сделает отзывчивее и позволит получать удовольствие от помощи окружающим. Вам будет легко давать сообщения, но публичные мероприятия лучше отложить, так как в эту пору людям свойственна некоторая робость, из-за которой вам будет некомфортно находиться в толпе незнакомцев. Чтобы 22-е лунные сутки принесли вам максимум пользы, провести их нужно позитивно. Не делайте ничего через силу, действуйте с любовью к окружающим. Гоните прочь негативные помыслы, иначе они лишат вас успеха. Вне зависимости от того, что именно вы делаете или собираетесь, приступайте к задаче искренне, не желая никому неприятностей. Обязательно прислушивайтесь к своей интуиции, сегодня она будет особенно точна. Эти сутки позволяют получить доступ к любым знаниям, в которых вы нуждаетесь, поэтому будьте внимательны. Любая информация, полученная сегодня, может стать подсказкой, позволяющей найти выход из сложной ситуации. Поэтому не стоит отмахиваться от советов и рекомендаций, особенно если они были озвучены близкими людьми. Однако не пытайтесь использовать полученный опыт в корыстных целях, так как в этом случае он может обернуться против вас самих. Творческие способности сегодня особенно ярко выражены, поэтому вам неожиданно могут прийти в голову новые и оригинальные решения имеющихся задач. Это пора озарения и открытий, усиления имеющихся способностей. Однако постарайтесь не начинать каких-либо важных дел, так как они будут продвигаться медленно и не всегда удачно. Рожденные 22-го на сутки люди имеют возможность достичь успеха в жизни, но для этого им придется постоянно развиваться, работать над собой. Их отличительной чертой является общительность и коммуникабельность, поэтому они легко заводят новых друзей, постоянно расширяя круг общения. Природное обаяние помогает им завоевать любовь окружающих, достигая неплохих результатов. Они практически не подвержены гордыне, однако опасностью могут стать скука или пресыщение жизнью, спастись от которых поможет работа над собой. Луна советует. Активные действия, связанные с бизнесом, лучше перенести на другой день. Несмотря на то, что энергетика 22-х лунных суток на редкость благоприятна, она не подходит для рывков, новых начинаний и резких перемен. Лучше всего посвятить это время сбору информации, ее анализу и планированию своих действий. Это принесет вам гораздо больше результата, чем суетливые спонтанные действия. Тем не менее, день будет удачным для действий, запланированных заранее. По этой причине не стоит отменять переговоры, о которых вы договорились еще неделю назад, или переносить подписание сделки. Рисковать и действовать спонтанно не стоит. Если вам предстоит некое начинание, которое нельзя перенести, тщательно перепроверьте все документы и изучите детали задуманного, не упуская ни одной мелочи. Подходите легко к любым тратам, не допускайте жадности. Любые траты, произведенные с легким сердцем, принесут вам пользу в будущем. Разумеется, отдавать последнее и действовать в ущерб себе не стоит, но и отказывать кому-либо в помощи, которую вы в состоянии оказать, недопустимо. Поскольку 22-го на сутки усиливается риск набора лишнего веса, позаботьтесь о своем меню. Откажитесь от сладостей, жирной пищи, не допускайте переедания. Поскольку день не подходит для новых начинаний, день может оказаться неудачным для первого свидания, помолвки и начала семейной жизни. Однако знакомства, особенно спонтанные, будут удачными и со временем смогут перерасти в прочную дружбу или искреннюю любовь. Также это отличная пора для приятного времяпровождения в компании второй половинки. Хорошо, если вы сумеете завершить день совместно походом в ресторан, клуб или просто прогулкой.
Это отличное время, чтобы отдохнуть от рабочей суеты, расслабиться в одиночестве или компании близких. Каких-либо особых рекомендаций, как провести эти 22 лунные сутки, нет. Поэтому просто прислушайтесь к себе. Если вы чувствуете прилив сил и готовность провести этот день максимально активно, отправьтесь в туристический поход, устройте пробежку. В противном случае можно провести вечер дома в компании любимой книги или сериала. День обладает особенной сильной энергетикой, позволяющей заглянуть за грань. Сегодня можно гадать, в том числе на будущее, избавляться от невезений и неудач. Однако практики нужно проводить в одиночестве. Избавляемся от нищеты и неудач. Ритуал проводится после заката, когда окончательно стемнеет. Лучше, конечно, проводить на улице, но если такой возможности нету, выйдите на балкон. Далее возьмите просто стакан воды. Над стаканом скажите слова. «Ты, матушка, водица, с берегов грязь смыла, камни отполировала и оголила, чистотой своей землю умыла. Ты, водичка, с меня навета убери, от уроков и призоров огради. От безденежья избавь, мое тело омой, непробиваемой защитой накрой. Истина». Говорим три раза, далее водой умываемся. От недоброжелателей. Если в вашем окружении появились люди, желающие зла, прекратите общение, с которыми вам не удается, нужно сделать следующее. До заката солнца откройте входную дверь и у порога скажите слова. «Силы, свет, меня защитите! От внимания моих врагов освободите! Пусть их зло меня не найдет, а новое пусть не придет! От злопыхателей меня защитите! От моей судьбы их отведите! Истина!» Говорим один раз, далее просто закрываем дверь. От изъянов. Быть красивой хочет любая девушка. Однако привлекательности могут помешать внешние дефекты, к примеру, постоянно появляющиеся прыщики, пигментные пятна. Чтобы их одолеть, вам понадобится сырая картофелина. Разрежьте ее пополам со словами «Сила земли, мне помоги». Далее назовите дефект «От меня убери». Говорим один раз. Теперь протрите лицо заговоренными половинками. Далее эту картошку нужно обязательно отнести под дерево с такими словами. «Недостатки здесь оставляю, кожу свою освобождаю». Говорим один раз. По народным приметам в этот день отмечают и день Ирады Спорной. Родившиеся 6 октября, как правило, люди позитивные и открытые миру. Не любят конфликтов и стараются уходить от негативных эмоций. Нередко с головой уходят в работу или хобби, забывая про остальные сферы жизни. Именно по этой причине им стоит избегать чрезмерности в любых делах и учиться сохранять здоровый баланс. Талисман для рожденных в этот день является опал. Спорный день, посвященный святой Раде, стал благодаря поверью, согласно которому любой человек, который не знал, как решить свою проблему, мог отыскать верный выход, проведя специальный обряд. Для этого нужно было отыскать место, где сливаются воедино две реки, и набрать из каждой воду в сосуд. Каждую емкость именовали вариантом решения сложной ситуации, и после ждали, из какого сосуда вода испарится быстрее. Где вода быстрее испарилась, тот ответ и верный. Также старались не разговаривать о своих проблемах и не перечислять свои недуги. В противном случае, сколько своих назовешь, столько новых обретешь. Чтобы в доме царило благополучие и денег всегда были полны карманы, нужно было взять монету с выраженным дефектом, например, царапина, либо слегка погнутой, и положить кошелек. В этот день для того, чтобы пришла удача, обязательно на руке нарисуйте руну Еру. И эта руна везения, она обязательно привлечет вам удачу и благополучие. Нарисуйте руну Еру на любой руке и скажите такие слова. «Все свои печали отпускаю, удачу и везение к себе приглашаю». Говорим один раз и оставляем руну тогда вечера, а вечером смываем с благодарностью. И по традиции перед сном обязательно проговариваем такие слова. «Я отпускаю все негативные мысли этого дня и ожидаю чуда у себя». Говорим один раз, и вы посмотрите, что обязательно будет чудо в вашей жизни.